Добрый день, дорогие друзья! Это небольшой анонс к курсу «Зазеркалье». Дело в том, что так случилось, что мы просто заработались и забыли выложить его программу. Спасибо всем тем, кто уже подключился. И мы до курса все-таки анонсируем, что будет в программе данного курса. Итак, в «Зазеркалье» мы еще не ходили на наших тренингах. Это первый поход. Это поход в мир, который транслирует информацию в нашу реальность. Да? Миром назвать это нельзя. Это действительно зазеркалье. Это можно назвать подсознанием, но лишь частично. Вот если вникнуть в суть, то у меня даже с терминологией очень плохо. Тут надо влазить в какие-то эзотерические учения, в сакральную геометрию и так далее. Но дело в том, что все учения, все геометрии, они не привязаны как-то к реальности. И получается, вот человек учит, а на выходе где результат? Так как мы шли через свой собственный опыт, и лишь потом, когда мы, уже привязав к результатам, смотрели, так что же все-таки, а были ли упоминания об этом у кого-то, мы обнаружили, что были упоминания об этом и у Юнга, были упоминания об этом, и у Хеллингера, но почему-то прижилась его часть, связанная с расстановками, а вот именно зазеркальная часть, более глубокая на порядок в обществе и в психотерапии не прижилась, потому что люди не понимали, что с ним делать. Ну вот видишь ты голограммы, видишь ты блики, куда их привязать, как их настроить, реально очень сложно. Мы, когда пошли в зазеркалье, мы пошли не просто так. Мы пошли, когда искали решение вопросов, связанных с эпилепсией. То есть на сегодняшний день это было то заболевание, которое вообще никак не поддавалось нашему вот осознаванию и вторжению в него. У нас хорошие результаты шли по аутизму, по ДЦП даже, по физиологии, но вот эта часть, она не поддавалась. И когда мы вышли именно в зазеркальную часть, мы увидели вообще первопричину, откуда рождаются судороги. То есть вот все, что связано с этой темой, у нас на сегодняшний день имеет практически подтвержденные результаты. Да? Поэтому мы можем говорить абсолютно спокойно, и у нас есть свои алгоритмы, которые мы нарабатывали, именно работая вот с этой частью. Это действительно подсознание, это не надсознание. До сих пор все, что касалось платформ и так далее, это была надсознательная часть, она была до зеркала, до основного, до силового поля, можно так сказать, если с терминологией начинается путаница. Когда переходишь в зазеркалье, первое, что мы делаем, это учимся собирать человека целостным, учимся видеть, как видит себя человек, и как он переотражается, и как видит его зазеркалье. Учимся переходить на сторону зазеркалья. Почему это важно? Потому что именно из зазеркалья можно видеть, как это материализуется, проявится в мире. Когда мы смотрим и лечим человека в реальности, не учитывая зазеркалье, то именно зазеркалье транслирует основной фильм. То есть информация из реальности уходит в зазеркалье, переобрабатывается и приходит сюда. И таким образом, в зависимости от того, как она обработается там, то мы увидим здесь, в проявленном мире. Поэтому именно зазеркальная часть является основной для того, чтобы ее откорректировать, чтобы изменился проявленный мир. И поэтому по алгоритмам мы будем идти пошагово. Зазеркалье очень сложная тема, и мы ее вот на этом курсе возьмем в плоскостном варианте. Потому что точно так же, как мы брали надсознательную часть в плоскостном варианте. Делаю на этом акцент, потому что как только мы уже уйдем в объем, уже в голове начинается непонятно что. И если база не выстроена вот в плоскостном варианте, то переходить на объем ну, просто не имеет смысла. Да? Это то же самое, что вы не умеете читать, а вам дать «Войну и мир» почитать. Или рассказывать человеку, который не знает цифры, а ему взять и логарифмы, попытаться и интегралы втюхать. Нет, надо все это дело брать постепенно. Вот вариант плоскостной в алгоритмах, как работать для того, чтобы проявился результат, вот это мы будем давать на этом курсе. И здесь будет задействована работа сразу по трем уровням. Микро, уровень тела и макро. Почему так? Потому что в зазеркалье обычного человека идет тройная структура. Тройная структура – то, что мы называем тетраэдрами, а по сути дела меркабами в эзотерических учениях.
Обо всем этом будем говорить, какая точка является смертью, какая точка жизнью, как проходит инкарнационный цикл, но не в плане платформы, да, надсознания, а в плане подсознания, как это переотражается в надсознание. Вот эти все вещи мы будем рассматривать. Курс сложный, реально сложный, и мы плавно уже к дню третьему перейдем в геометрию. И будем учиться видеть не просто в алгоритмах, когда мы в образах можем привязать, например, к работе с сознанием Земли, с мирами и так далее. Это первые два дня, там, где мы еще можем образы использовать. А когда мы уже уйдем в геометрию, там у нас появится немножко сложностей. И переход будет достаточно жестким, потому что нам так или иначе придется познакомиться с теми, кто нас встречает на входе и кто нас отправляет на выходе. Это тоже сознание. И этот курс, он с одной стороны просто для кого-то страшный, для кого-то математический, для кого-то вообще шизофреничный, но это готовые алгоритмы, просто прописанные алгоритмы, которые надо научиться видеть, чувствовать и осознавать. Ключевое здесь осознавать, потому что с программой ума результат. Ну, в данном случае я все-таки нивелирую его, его не будет. Сюда надо приходить с осознаваниями, осознанием, как это работает. И когда осознаешь, как это работает, это уже будет иметь результат на тех же самых, как дополнение к перепрошивкам, достаточно большое дополнение. И зачастую даже из перепрошивок тогда можно будет оставить только апгрейд, а все остальное заменить на работу с зазеркальем. Апгрейд все равно остается. То есть это очередной шаг, который помогает иметь быстрее проявленный результат. То есть, работая с реальностью, для того, чтобы проявился результат, вам надо, чтобы из реальности информация попалась в зазеркалье, там как-то видоизменилось, и перепрописалась обратно. И таким образом это занимает время, и это дает искажение. Вы закладываете одну информацию, а на выходе вы получаете другую информацию. Здесь мы будем учиться работать сразу. И таким образом мы понимаем, что здесь поломка, мы понимаем, как она отражается здесь. Здесь мы делаем настройки, и мы тогда можем осознанно проектировать результат в жизнь. И тогда вот коррекции, которые мы делали, например, связанные с судорогами, они идут в течение буквально нескольких часов. То есть у нас обратная связь идет достаточно быстрая. Но эта работа очень сложная, потому что это, чтобы понимали по сложности, это по сути дела выставить оптику вручную в фотоаппарате. В зените там или я не знаю. То есть это ручная настройка оптики. Вот это курс зазеркалья. Если вам это интересно, если вы готовы погрузиться на такую глубину, в глубины психики человека, тогда приходите. Сегодня в 19 часов мы начнем наш курс. Для регистрации надо зайти на платформу sabrishin.com, открыть курс зазеркалья. И в 19 часов подключиться. Курс будет идти 4 дня. 4 дня по вечерам с 19 до 22 часов. Курс можно будет в дальнейшем купить. Он подорожает в 1,5 раза. И повторяться, к повторению он не планируется. Он останется в видеозаписи. Как и все, в принципе, наши программы, которые были за этот год, потому что мы уходим на следующий уровень, на расширение. Этот год, 1,5 года, мы посвятили работе с телом. А сегодня мы открываем, вот благодаря зазеркалью, новую тему, объемную, а это значит тема декорации. А эта тема уже на порядок интереснее, потому что с телом все значительно проще. Приглашаем!